Не разбегаемся, разбегаемся. Сейчас будет старт песчаных дюн, и это уже седьмой старт, а именно седьмой этап в Сестрорецке на пляже Финского залива. Сейчас бегут дети, юноши и девушки, километр. Ну а потом, как обычно, по традиции, все взрослые, масс-старт, бегут 5 километров. Погода отличная, летняя, так что погнали. Всего доброго, спасибо. Налево, может, врач. Ваня, как местный житель, не знает, куда бежать. Ему сейчас конкретно расскажут. Ему нужны новые пути и новые дороги. Точка плавления, вперед! Погнали, погнали! Курортный район, классика. Седьмой этап. Подошва мягкая. Давай, молодцом. Ну и уже по традиции. Бегущий человек, привет! Ну что, точка плавления? Тетка, как пробежалась? Хорошо. Давай, красавчик, давай, до встречи. Чуть больше 2,5 километров уже пройдено. Остается финишная прямая. Так же, как и стартово-финишная, она вся прямая. Погода, жара. Фу. Но дышится более-менее, если сильно не топить, то вроде бы по кайфу. Фу. А это самый быстрый атлет на всем Диком Западе. Не только. И не только, да. Прошу учесть. Во всем мире. Спасибо. Без номера? Номер. Томас, получишь приз и медаль. Давай, 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 давай. Спасибо. Давай, родной.
Давай, флагом размахивать! Давай, давай, давай! Чуть-чуть потерпеть! Молодцы! Молодцы! Чуть-чуть! Грудь выигрываем! 228. Как дела? Лучше всех. А у тебя? Ты четвертым пробежал. Кто? Ты четвертый? Я тебя поздравляю, молодец. Ну чего, как эмоции? Отлично. Как дистанция? Отлично, седьмой этап пробежали, все хорошо. Готовимся к восьмому? Да, последний. Ну давай. Финиш. Молодец. По традиции уже, сегодня уже нас больше. Так, ребята, комментарий ваш к сегодняшнему забегу. Наш родной. Седьмой этап был гораздо лучше, чем шестой. Шестой гораздо лучше, чем пятый. Сестрорецк и курортный район растут. Согласны со мной? И расти будут. На восьмой, естественно, едем. Нам, как всегда, понравилось. Потому что потом будет баня. А, да, по-любому. Пойдем в баню. И спасибо большое Центру физической культуры. Дядя Игорь, приглашай. А мы ребят позовем. Во! Все, ребятчики, всем привет.